Дверь в новую жизнь может выглядеть по-разному. Для Надежды Котневич и ее семьи это дверь в офис группы компаний «Мегаполис». Сегодня знаменательный день, осталось уладить последние формальности, поставить последние подписи и, наконец, получить ключи от новой квартиры. Квартира, которая будет наилучшим образом соответствовать потребностям новых хозяев. Это принципиальная позиция компании-застройщика. Наши дизайнеры и архитекторы учитывают потребности и пожелания каждого нашего клиента. При этом учитывается не только составы семей, но и пожелания в инфраструктуре и того, что они хотят видеть рядом с своим домом. Наши герои остановили свой выбор на новом доме в 5-м микрорайоне Юбилейного. Район динамично развивается, и это настоящая инвестиция в будущее. Мы с супругом долго рассматривали различные варианты квартир, но исключительно только в новом районе. Потому что мы хотим обеспечить хорошее будущее для наших детей. Учитывая, что мы семья многодетная, хочется для детей только самое лучшее. И для этого «Мегаполис» как застройщик открывает перед своими клиентами все возможности. Качественные материалы, современные технологии, жесткий контроль исполнения работ. Все это в комплексе дает новоселу уверенность в том, что ремонт не превратится в кошмар. Будь это квартира с классической планировкой или, как в данном случае, интересно организованное пространство, дающее простор для творчества. Я вообще творческая натура. Планы грандиозные. Планируем здесь все очень интересно сделать. Как вы заметили, планировка очень необычная. Почему-то люди привыкли к тому, что должен быть квадрат. Здесь очень интересные стены, поэтому даю волю фантазии. Будем делать ремонт и наслаждаться. Аспект, который многих настораживает, а некоторых даже пугает – документальное оформление сделки. Здесь надежность важна не меньше, чем в строительстве. «Мегаполис» делает все, чтобы и эта процедура оставила у клиентов лишь положительные воспоминания. Сделка прошла чисто, гладко, спокойно, потому что мы всегда были с сотрудниками компании «Мегаполис» на связи. Они нам рассказали абсолютно все подробности сделки, поэтому сложностей у нас абсолютно никаких не возникло. Большое им за это спасибо. Полное сопровождение, да, он инклюзив. Группа компаний «Мегаполис» на строительном рынке Мордовии 7 лет, с 2016-го. Дома на Гагарина и Тавлинской набережной, комплексы Огнесаранска, Жемчужина, на Садовой стали визитными карточками столицы Мордовии. Органично вписались в ее неповторимый архитектурный облик. Сейчас в активе группы компаний уже больше десятка жилых комплексов. Это свыше 1000 квартир, а значит и свыше 1000 семей, жизнь которых вышла на качественно новый уровень. И их количество будет только увеличиваться. Сейчас у нас активно ведутся продажи в двух жилых комплексах. Один из них – это жилой комплекс 5-й микрорайон, который находится на Химашей, и жилой комплекс «Адмирал», который находится в самом центре города, в пешей доступности от Соборной площади. За всей актуальной информацией вы можете обращаться в отдел продаж по телефону 333-223. Павел Степаненко, Игорь Гангаев. Наши новости.